Друзья, привет. Сегодня с нами профессионал Ольга Кравченко. Конкретно сегодня она будет профессионалить на моих бровях. Всем доброе утро, 9 часов 22 минуты. И мы, как обещали, будем наводить красоту Борису Горскому. Борис, я хочу на это посмотреть. Что ты сейчас будешь делать? Я вижу ножницы в руках, я вижу щипцы. Меня сейчас будут дергать. Ты, главное, описывай свои ощущения. Сейчас. Ты сразу дергать будешь, да? Буду. Нет, сначала я причешу. Она растягивает удовольствие, она сначала причешет мои брови. Во-первых, у него прямо здесь вот такие длинные. Микрофончик. Длинные. Брови красивые, классные. Слушай, ну профессионал, я даже не почувствовал ничего такого. А ты дергаешься тогда? Я на всякий случай, я вообще дергаю. Ой, прищися, вот сейчас было веселее. Держи себя в руках. Рассказывай. Дайте мне еще парочку. Хорошо, что мы не зону бикини сегодня решили избавить. Ау! Я сделаю тебе потише микрофон. А знаешь, в чем проблема? Потому что неожиданно я глаза закрываю. Я не чувствую, как она схватывает. Ладно, не будем больше мучить. Но я не скажу, что это приятное ощущение. То есть вполне терпимо. Знаешь, больше неожиданность, наверное, идет. Сейчас я чувствую, что меня причесывают. Давайте мы его погладим. Подстрижем. Мы его чуть-чуть подстрижем, причешем. Все, после этого достаньте фотоаппарат. Я готов к фотосессии. Оля сказала, что брови должны быть у мужчины богатыми. Так что много тебе не выщипают. Я, честно говоря, ожидал, что ты скажешь, что давай превратим их в пару ниточек, потому что это модно, сделаем из себя метросексуала. Мужчин брови – это богатство. Слушай, а пройтись этим самым триммером, на троечке где-нибудь там. Триммером в носу. Я все врал в эфире, мужики, никогда больше этого не делайте. Шутка. Все нормально. Никогда.